близнецы на февраль 2022 года. Что ожидает близнецов? Значит, близнецы мне показывают, что сковородка, и на этой сковородке пекут блины. Блинчики такие маленькие, ароматные, розовые, пышные. О чем это говорит? Что жизнь прекрасна, жизнь удалась. Наконец-то вы, отработав какой-то период времени, все свои эмоции отрицательные, все ушло в тот месяц. Вот. В этом месяце вам звезды говорят тоже расслабиться, наесться этих блинчиков. Они ароматные, ванильные такие, как будто вот бабушка эти блинчики напекла. Вот. У вас все хорошо, вас ждут, вас любят. И в вашем кругу, там у кого семья, у кого на работе, к вам хорошо относятся. И слышите лестные слова даже в ваш адрес. Может быть, какие-то поздравления за хорошо сделанную работу. Вот. То есть в коллективе у вас как бы отношение к коллективу очень хорошее к вам. И отзывается вас очень хорошо. Потому что в этом месяце можете расслабиться и почивать на своих лаврах. Вот. Так что всем удачи, всем пока.